Анатольевич, я прошу прощения, вы мне интервью сейчас дадите или там? Я лучше там думаю. Но не забудьте про меня. Нет, ты про меня не забудь, а я про тебя сейчас. Я про вас всегда помню. Пожалуйста. Потом сюда закладывается. У вас там телефон звонил? Мы Сонича покажем, поэтому вы не переживайте, что мы не назовем. Его лицо же будет, поэтому хорошо. А потом его закрываем. Из бархата, чтобы положить, ну, как бы, чтобы не крутил, не знаю, может, просто кусочек отрезать, положено на вред, это еще посложнее. Вот вы посмотрите мастера. Есть? Может его закрыть или открыть?